Итак, в эти минуты кортеж президента Зеленского направляется к Белому дому. Как вы видите, это несколько машин. И сейчас здесь начнется пресс-конференция, на которой встретится украинский президент и президент США Джо Байден. Конечно же, в первую очередь Зеленский собирается поблагодарить президента Байдена за оказанную помощь. Мы следим здесь за информацией. Вообще, визит украинского президента расписан по минутам. Сразу после этого состоится еще и большая пресс-конференция для журналистов. Я напомню, что это первый визит Владимира Зеленского за границу с начала войны. То есть за 300 дней президент Зеленский не покидал родную страну и был с украинским народом. Будем следить здесь за информацией. Напомню, что сегодня же, вот буквально через несколько минут, президент Байден должен сказать о том, что Украине выделяется дополнительно 2 миллиарда долларов в качестве поддержки. Ну и в 16:30 по времени Вашингтона должна начаться здесь вот пресс-конференция. Журналисты уже в сборе. Владимир Зеленский должен ответить на вопросы. Конечно же, все будут спрашивать о том, как прошла встреча, вот, которая в эти минуты проходит с Байденом. Но Владимир Зеленский наверняка ответит на все вопросы. Мы здесь тоже следим за поступающей информацией. И вы узнали, вот это та самая комната, если можно так выразиться, специально она находится в Белом доме, где и проходят все брифинги и пресс-конференции.